Долгожданные вкуснейшие котлеты из трески. Домашний фарш из трески. Добавляю к нему соль, добавляю одно яйцо, 2-3 зубчика чеснока, мелко-мелко нарезанный лучок, 50 грамм твердого сыра, столовую ложку жирной сметаны, 3 столовые ложки овсяных хлопьев, немножко зелени петрушки или укропа. Все перемешиваем. Формирую котлеты, обваливаю в спелтовой муке. Небольшое количество масла оливкового на сковородке и отправляю туда котлеты. Переворачиваю и довожу до готовности под крышкой на умеренном огне за 15-20 минут. Друзья, понравился рецепт? Не забудьте поставить лайк под этим постом. Всем приятного аппетита!